печаль на морде, или кто-то вдруг ослаб. Для содействия природе есть комиссия КОАП. Комиссия скитается для блага всех зверей и дружно занимается работою своей. КОАП, 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 КОАП. Спокойно, Марго. Разрушение века. Что случилось? Миллионы жителей остались без крова. Пожалуйста, спокойнее и медленнее. Вот, письмо из Азии. Разрушение века. Катастрофа. Значит, отпуск отменяется. Миллионы жителей остались без крова. По-моему, автор письма картавит. А по-моему, он очень волновался. А вот еще одна деталь. Какая деталь? Настораживающая. Вот угол записки. Его не вижу. Я вижу, его совсем оторвали. Или откусили. Или съели. Вперед в Азию! Ну, что там? Что? Туман. Сплошной туман. Катастрофа! На помощь! Разрушения достигли невероятных размеров, так сказать. Ой! А вот и наш автор. Вы нам писали? Да, это я вам, так сказать, писал. Стойте! Остановитесь! Прекратите! Помогите! Это ж... Ура! 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 Бедные муравьи! Мы не муравьи! Муравьи не мы! Это трудолюбивые термиты. Ужасающее разрушение. Тысячи жильцов остались без крова. Уникальный репортаж прямо с места событий. Известное поселение термитов подверглось вражеской атаке. Миллионы жильцов остались без крова. Сейчас мы поговорим с пострадавшими. Господа термиты, не могли бы вы рассказать о том, какой урон был нанесен вашему жилищу? Просто кошмар. Мы жили, так сказать, никому не мешали. Так сказать... Вы тут ни при чем. Вы свидетель, а не потерпевший. Еще какой потерпевший, так сказать. Ну что ты лезешь? Уберите этого попугая из кадра. А мы строители, и некогда нам. Мы дружно строим новый дом. И не болтаем мы по пустякам. Мы восстановим и построим новый дом. Как было, сделаем еще раз. Мы даже выше сделаем. И больше в тысячу раз. И крепче на миллион. А насколько жителей будет ваше здание? На 2 миллиона. На 3 миллиона. На 4 миллиона. Так насколько? Трудно сказать. Семьи термитов все время увеличиваются, так сказать. А вы откуда знаете? А, я попугай, местный историк и летописец, так сказать. Я свидетель и участник этих леденящих кровь событий. Вот эти уникальные сооружения – дело, так сказать, простых, слепых, рабочих термитов. Слепых? Абсолютно слепых. Но это не мешает им усердно трудиться.
Вот и сейчас. Они не покладая, так сказать, в общем, не покладая. Жуют, жуют, восстанавливая свои уникальные извините, жилища. Голодные! Простите, а что они жуют? Жуют, жуют древесину, так сказать. Смешивают со своей слюной, материал высыхает, так сказать, и получается картон. Так вы говорите, жуют древесину? Ну, не только. Они и землю жуют, и получается, так сказать, бетон. И вот вам шедевр современной экологически чистой архитектуры. Давай, подноси! Это удивительно и невероятно красиво. Вот именно. Вот, вот сколько тут помещений. Везде сухо, чисто, свежо. Здесь живут строители, а это гостевые покои. Здесь живут, так сказать, почетные гости. Гости? Ну да, гости. Вот тут, например, живу я. Вы? Да, да. Должен же кто-то все документировать и протоколировать. Все это безобразие, безумие, беспредел для истории, так сказать. Ой, так это же гостиница. А как же? Отель 5 звезд, так сказать. А вот тут сейчас гостит ящерица. А тут мухи, а тут вот гусеница отдыхает. Жуки. Жуки у нас на полном пансионе, так сказать. Все включено. All, так сказать, include. Так они их еще и кормят. Кормят добрые, так сказать. Вот здесь живут простые термиты. А вот здесь царица. Ой, какая большая комната. А как же? Она откладывает по 30 яиц в минуту, так сказать. За несколько десятков лет царица может отложить до 100 миллиардов яиц. 100 миллиардов яиц? Да. А вот здесь хранилище для яиц. Так сказать, это детский садик. Вот это скорость. Да, пока мы тут беседовали, весь город полностью восстановили, так сказать. Ура! Ура! Поспешишь, зверей насмешишь. Может быть, оно так себе? На соплях? Во-первых, не на соплях, а на слюне. А во-вторых, попробуйте, так сказать, сломайте. Твердый, как камень. Я потрясена. Смелее, смелее. Вам его все равно не удастся сломать. Ой. Ну это невероятно. Извините. Катастрофа. Город полностью восстановили, но вокруг все погибло. Бедные трудолюбивые жители, окруженные врагами и трухлявой природой. Броненосцы, слушай мою команду! Свернуться клубком! Ать-па! По укреплениям неприятеля вперед! Караул! Броненосцы! Вы кто? Мы? Мы КОАП. Комиссия активной помощи природе. А вы кто? Ага, ать-два. Ирра! Мы доблестные броненосцы. Мы вам писали, но даже письма наши съели. Так помогите природе, или мы будем бороться с термитами своими силами. Вы что, с ума сошли? Ну они же мирные строители. Вот именно. Они очень мирные. Но они жуют древесину и уничтожают лес, и все животные вынуждены эмигрировать в другие леса. Они съедают все, что сделано из дерева. Телеграфные столбы, шпалы, дома и мосты. Мы хорошо подготовлены. У нас очень крепкая броня.
У нас сильные передние лапы. Настоящее орудие разрушения для самых крепких термитников. Нет, это не годится. Бороться когтями и зубами. А вот с зубами у нас беда. Они у нас совсем маленькие. Зато у нас очень крепкая броня. Но это еще не повод для такой агрессии. А съедать все, что попадается им на пути, можно? Подождите, а наши вещи? О, мой гардероб! Овщи! О, мой репортаж! Моя камера! Все пропало! Послушайте, Коап, будем считать это благотворительностью. Вы пожертвовали ваши личные вещи в помощь пострадавшим от агрессии. Отряд! К борьбе с термитниками! Готовь! Отчва! Стойте! Мы не можем уничтожать этих термитов. Мы должны защитить остатки леса. У меня есть идея. Если они это не съели, значит, они это не едят. Мы покроем деревья лаком и защитим лес от прожорливых термитов. Гениально! Спасибо вам за помощь, Коап! Хоть-два! 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 Да, замечательно. А теперь можно и в отпуск. Зато всеядные. Хрум-хрум-хрум, да хыр-хыр-хыр, проедаю все до дым. Бедные вреднюги все сожрут в округе. Лес, поля и небо все сожрут без хлеба.